Ребят, вдалеке моря, вон машину запарковали, но с этой стороны знак, что типа эвакуаторы забирают тачки. То есть вот с этой стороны тачки забирают, а с этой нет, с правой. Сейчас поищем, может быть, лучше на солнце. Вот наша машина стоит. Вдалеке, видите, море уже вообще голубое, жестко-жестко. Офигенно, вот это кайф, блин. Только что стояли в теньке, отъехали. Здесь просто эвакуаторы не забирают машины, поэтому... Но зато возле прям входа, видите? Офигенчик! Море! Короче, штормовое предупреждение, купание запрещено. Это печально. Я как раз вышел, чтобы поплавать. Ну все, ребят, мы на пляже Учкуевка. Мам, ты что, тут будешь? Мама говорит, в теньке будет, короче, находиться. Море, море. Так, еще сделаем одну проходку, только уже на поближе. Ну как вам, ребят, Учкуевка пляж? Нравится, нет? Тут песочек, а в Севастополе камень, галька. Я уже искупнулся. Ну, нельзя заходить, потому что штормовое предупреждение. Но волны вообще дарят эмоции, жестко отвечаю. Это просто кайф. Ну, как в детстве. Вы сидите на пляже, и вас, короче, отдает волной. Но на самом деле вообще круто. Еще прикольно бежать. Ты сейчас покажу. Ну ладно, не буду бежать, потому что тряска. Но я когда бежал, то есть я зашел на пляж, и я бежал так вдоль пляжа. Блин, эмоции вообще. Не, крутой. На самом деле, когда песок, большая разница по ощущениям. Как будто ты в детстве, но скорее всего из-за волн, плюс песок. Потому что в детстве, я помню, когда мы на море гоняли, мы всегда на песчаных пляжах были чаще всего. Ну, почему такие воспоминания. Сейчас покажу с этой стороны Учкуевку поближе. Ну, пляж Учкуевка, он так и называется. И пляж-парк тоже Учкуевка. Так, немножко отдалить надо. Побыстрее. Реально крутое место, всем советую. У-ху. Поцик куда-то прорывается. Бам! Жестко. Ха-ха. Хардкор. Так, поближе подойдем. Ну-ка, волна идет, раз. Волна наваливает, наваливает. Не, слабые волны. Ну как слабые, они то слабые, то сильные. О, вот это более-менее что-то. У! О, во волна, во волна! Офигеть. Телефон немножко намочило. Это я нахожусь в парке Учкуевка. То есть вот мы вон там вон были, пляж примерно. Это парк Учкуевка. Мама осталась в начале, там тенек, она сидит на лавочке. Я решил пробежаться, осмотреться, что здесь. Ну, в основном все сделано как бы для детей. Я хотел найти турники брусья, я их нашел. Ну, брусья не нашел, турники нашел. Сейчас позанимаюсь, возможно, дальше найду брусья. И также, что хотел сказать, то есть очень много лавок, качель. Ну, вот вы сами посмотрите, вот, допустим. Люди катаются, очень много лавок, качель, но в основном сделано для детей. Сейчас посмотрим, удастся ли найти брусья, и я схожу в начало, покажу, ну, вход центральный на этот парк. И какой красивый проход. Солнце, конечно, подпалило зелень, потому что пекло каждый день нормальное стоит. Мы на центральном входе вот в Учкуевку добежал, вдалеке видно море. Если честно, море вообще бодрит, просто эмоции. Это реально чистый кайф. А Учкуевка мне очень понравился, пляж реально крутой. Топовый, ну то, что здесь этот, как его, песочный пляж, плюс еще волны были, из-за этого вообще было очень в кайф было плавать. Качели вот такого плана, высокие довольно-таки, девчонка уже закайфовала. Иду в сторону мамы, потому что она там осталась. Еще раз, ребят, просто вот вход на Учкуевку. И посмотрите, вдалеке море. Ну, когда я вживую стою, смотрю, глаз просто кайфует. Кайфует. Реально. Посмотрим, что... Ну, мы шли по левой стороне, есть, наверное, правый фланг, и вот центровая. Мы по центру сейчас пройдем. Брусья мне не удалось найти, но турники есть для ребят, поэтому можете заниматься, подтягиваться. Я одел в шлепках. Вот эта сумочка, тут хранится телефон.
Очень удобная вещь, ребят. Телефон туда закидываешь, ключи от тачки, все ключи. В общем, я на чиле, на расслабоне. Офигеть, тут площадка для собак есть. Посмотрите, ознакомьтесь. Теперь я вам покажу площадку. Вот вход. Не буду проверять, открыто нет. Просто покажу площадку. Дорожки всякие, лесенки. Давайте поближе, чуть-чуть приближе, чтобы было видно. Ну, то есть тренировочная площадка. Как для качков, только это для качков собак, походу. Вот он, красивый вход. Ну-ка, на себя переведем. Красивый вход, ребят. Пушечный. Офигеть, так это смотровая на море. Зыбните глазиком. Ты такая... Так, тут нас ждут лесенки такие уютные, хорошенькие. Вот здесь вот, я уже когда-то был в этом парке с Настей, если кто-то смотрел на моем канале видео. Мы здесь как-то катались на качелях, не помню. Ну, где-то, по-моему, они вот здесь, либо вон там. А, наверное, они вон там вон были. Сейчас дойдем до них, посмотрим. Да, тут уютно, действительно. Не могу весь парк, к сожалению, ребят, обойти, потому что мама ждет. Кстати, вон турники. Смотрите. Да, спортивная площадка. Там даже какой-то чел качается. Вот, посмотрите, какая аллейка уютная, с лавочками. Класс! А, я вспомнил, тут не только качели, тут и гамаки. Видите, люди вот чилят в гамаках. Реально прикольно. Насколько же это круто, когда вдалеке море. Серьезно. Я не перестаю удивляться этому, это очень клево. Разная растительность, разные места в Крыму. То есть, ну, грубо говоря, левее, правее 10 километров в ту или иную сторону. Особенно это относится к южнобережному шоссе, к ЮБК, то есть типа Ялте. И совершенно разный климат, разные растения. Но это больше относится к Ялте. В Севастополе тоже это наблюдается, но у Ялты это еще контрастней. Поэтому я Ялту и люблю, она на первом месте. Севас на втором. Ну, Севас тоже крутой очень город. Вот эта северная сторона, в принципе, нормальное место, ребят. Тут дешевле жилье, поэтому гуглите.